В течение минувшей ночи на запасные аэродромы в Сочи, Минеральные воды и Ставрополь были направлены 7 самолетов. 4 летели из Москвы, 2 из Санкт-Петербурга и 1 из ГУА. В 6 утра горизонтальная видимость в районе аэропорта Краснодар составляла от 350 до 550 метров. Вертикальная – 50 метров. При таких погодных условиях взлетно-посадочные операции невозможны.